Вы можете себе представить, сколько людей в Украине остались без дома? Сколько людей вынуждены начать свою жизнь с нуля? Каково это? Потерять все. Семью, дом, работу. И остаться один на один со своей бедой. А каково это остаться в городе, где ты никому не нужен? Где ты изгой? Беженец. 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 Переселенец. Что я вижу? Что я чувствую? Пустоту. Мне даже не с кем поговорить. От безысходности опускаются руки, а горлу подступает предательский комок слез. Время идет, а ситуация не меняется. Жизнь никогда не приобретет былых красок. Ты больше не спишь, а свою беспомощность срываешь на близких. Я знаю, что мне нужна помощь профессионального психолога. Я знаю, что мне нужна помощь профессионального психолога. Если бы это можно было сделать анонимно, не выходя из дома. Если бы это можно было сделать анонимно, не выходя из дома. Если бы это можно было сделать анонимно, не выходя из дома. Да и платить мне нечем. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Сегодня наша вторая встреча. Как ваши дела? Что нового рассказать? Да, конечно. Let's talk. Давай поговорим.